Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат с куриной грудкой или салат с курицей. Куриную грудку я отварила до готовности, посолила, поперчила и нарезаю ее на мелкие кубики. Яйца разрезаю напополам и разделю их на желтки и белки. Один зеленый огурец очищу от кожуры частично, не полностью, чтобы зелень просматривалась. Вот так. Огурец натираю на средней терке. Огурцы я подсолила и оставляю их, чтобы стек лишний сок. Посмотрите, вот уже сколько сока выделилось. Отваренный в мундирах картофель очищаем и нарезаем как можно мельче. Нарезанный картофель прикладываем в отдельное блюдо, солим и добавляем майонез и перемешиваем. Для чего я смешиваю картофель с майонезом отдельно? Это для того, чтобы при нарезке салат не разваливался. Я уже так делала, и действительно это помогает. И когда мы будем нарезать салат, то он будет хорошо держать форму. Мелко нарезаю лук. Лук я замариную. Для этого перекладываю его в отдельную емкость. Добавляю 1 чайную ложку соли, 1,5 чайные ложки сахара и 3 столовые ложки яблочного уксуса 9%. Перемешиваю и заливаю кипятком. И отставляю, пусть наш лучок хорошо промаринуется. Белки натираю на крупной терке. Желтки натираю на мелкой терке. Собирать салат я буду в кольце. Я его установила на диаметр 18 сантиметров. Первым слоем выкладываю картофель. Картофель мы уже смазывали майонезом, поэтому больше смазывать майонезом его не нужно. Все хорошо уплотняем ложкой. Можно собирать салатик горочкой или в разъемной форме от торта. Маринованный лук я процедила и выкладываю его вторым слоем. Промазываю лук майонезом. Для удобства делаю это силиконовой лопаткой. Салаты с курицей или с куриной грудкой получаются всегда очень вкусные. Или, например, когда вот у меня остается куриная грудка, и уже ее не хочется есть просто так, то я делаю салатики. Третьим слоем выкладываем куриную грудку. Куриную грудку еще раз немного подсолю. Куриную грудку промазываю обильно майонезом. Промазывать нужно именно обильно, потому что иначе получится суховато. Четвертым слоем выкладываю натертые огурцы. Жидкость с огурцов у меня хорошо стекла. Огурцы промазываю майонезом. Натираем любой твердый сыр и выкладываем на огурцы. Сверху выкладываем белки. Посередине кладу крышечку. Это мне нужно для того, чтобы аккуратно выложить желтки и чтобы серединка осталась белой. Я взяла крышку от банки. От любой банки можно взять крышечку и вот так вот наложить. Можно просто вырезать кусочек картона или бумаги. И вот так все по бокам присыпаю желтками для красоты. Белки я смазала майонезом тоже. Убираем салатик в холодильник, пропитаться хотя бы на несколько часов, и потом будем украшать его. Помидоры черри разрезаю вдоль напополам. Немного проворачивая кольцо, аккуратно снимаю его с салата.
Посмотрите, какие ровные слои у нас получились. Получилось все очень красиво и гармонично. Убираю крышечку. И сверху буду выкладывать помидорчики черри. Сделаю вот такой букетик небольшой. Украшение совсем простое. Ну, вот я решила украсить вот так. Такой получается у нас весенний салатик. По-моему, получилось очень даже симпатично. Напишите мне в ваших комментариях, понравилось ли вам такое украшение и как вы украшаете свои салатики. Получается такой салатик очень вкусный, подойдет на любой праздник, на 8 марта, Новый год, на день рождения. Посмотрите, какой красивый и вкусный он получился. Если рецепт вам понравился, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!